Областная прокуратура расследует факт создания фиктивного предприятия и последующую покупку им дома приемов облсовета через аукцион. Как сообщили в ведомстве, 20-летний гражданин создал общество с ограниченной ответственностью с уставным фондом 1000 гривен, а затем фирму выкупила офшорная компания. После этого у липні місяці 2015 року проводиться аукціон, на якому продається будинок прийомів за суму 22 мільйони гривень. Розуміючи, що офшорна компанія не може по законодавству України бути набувачем комунального майна, при підписанні договору купівлі-продажу це підприємство знову перереєстровується на вищевказаного громадянина України. Причому за ту ж суму в 1000 гривень. Це незважаючи на те, що підприємство вже фактично володіє будинком прийомів на багатомільйонну суму. Отчуждение имущества происходит по старой, для всех известной схеме, так называемой, а именно через поставных лиц, скрывая настоящего приобретателя. Речь идет о здании дома приемов, который расположен на Французском бульваре, адрес Французского бульвара 85. Общая площадь этого объекта приблизительно составляет 1200 квадратных метров, не говоря уже о земельном участке, который где-то составляет почти 2 гектара.